Майские праздники. Время расчехлять мангалы, затачивать шампуры и, конечно же, закупаться углями. Ведь чем ассоциируется начало мая? Ну, конечно же, с шашлыками. Способов его приготовления достаточно много, но есть один момент, который всегда ставит многих кулинаров в ступор. В чем мариновать? Именно об этом сегодняшний выпуск нашего соцвопроса, где мы у совершенно случайных прохожих узнаем ответ на данный вопрос. Скажите, какой маринад вы обычно используете для шашлыков? Никакого. Вы не любите шашлык? Я люблю шашлык, но без маринада. Наверное, минеральную воду с уксусом. Ну, классический, там, лучок, не лучок, иногда на кефире. Там, когда как. Лучше всего, конечно, ассорти. Там, если хороший стол, хорошие закуски, хорошая компания, то вообще шикарно. Разный там шашлындос вообще нормально зайдет. В принципе, он все правильно сказал. Я согласен со словами своего друга. Я готовлю баранину, а там маринад не надо. Ну, я люблю минимальный, там, лимонный сок, может быть. Ну, иногда уксус можно, ну, немножко, чуть-чуть. Можно немножко даже пиво. На Кавказе как бы баранина лучше готовится, чем свинина. Из-за этого люблю баранину. Я обычно использую майонез, перец, соль и иногда минералку добавляю еще. Честно, покупаю такое сразу готовое, либо готовят родители. Я сам никогда не мариновал еще. Я не готовлю шашлык, за меня готовят. Та же ситуация. А какой предпочитаете? Маринованный. Также маринованный. Ну, самый простой. Я люблю курицу с кефиром, с луком, с зеленью. Самый лучший натуральный – это ряженка и лимон. Классический. А классический что в себя включает? Я пока еще не знаю, но я бы посмотрел, что самое классическое такое бы использовал. Ну что, друзья, сегодня мы с вами узнали очень много достойных рецептов маринада, но какой из них лучше, решать, конечно же, вам и вашим близким, с которыми я желаю вам отлично провести эти майские праздники. Это был соцвопрос, и я, Надежда Мещерякова. Всем пока-пока!